Приветствую, друзья. Следующий вопрос, о котором я хочу с вами поговорить, это так называемое слепое тестирование. Вы часто мне пишете, говорите, Санек, при слепом тестировании ты не сможешь отличить MP3 от флака, ты не сможешь отличить плеер от смартфона, ты не сможешь отличить женщину от мужчин, ты вообще ничего не сможешь отличить. И это правда, друзья. По одной простой причине. Слепое тестирование – это чистая психология и только психология. Дело в том, что наш мозг умеет, имеет такую функцию достраивать окружающий мир до правильного. То есть, например, если давать послушать какой-то звук, где в одном не будет высоких частот, во втором будет, вначале вы начнете слышать эту разницу, через какое-то время ваш слух, так называемый, замылится, это так называется, и вы перестанете слышать. Точно так же берут, например, какого-то мастера вина, да? поначалу он может отличить разные вина, через какое-то время он не может отличить даже красное от белого вина, то есть слепое тестирование имеет место быть, но это психология. Некоторые люди пытаются в этом плане как-то выезжать, говорят, вот я не слышу отличия MP3 от флага, зачем мне тогда покупать большие карты памяти? Да, можно на этом деле сэкономить, но какой в этом смысл? Если мы можем одинаково легко добыть максимальное качество и минимальное качество, даже если мы будем ориентироваться на данную психологию, но какой смысл экономии? Я ее в принципе не вижу. Слепое тестирование это, это фейк, да, это обман. При слепом тестировании можно не отличить что угодно, от чего угодно. Вот то же самое, химия сейчас дошла до такой степени, что макароны с какой-то присыпкой ты не отличишь от нормальных макарон с мясом. Да? То есть по вкусу ты не сможешь отличить. То есть химия дошла. Это не говоря о том, что наш мозг еще может что-то там достраивать. Слепое тестирование это психология, и давить на нее нет никакого смысла. Точно так же, как давить на психологию. Вот так вот. Можно экономить, если вы хотите экономить место там, покупать какие-нибудь карты памяти на 32 гигабайта, а не на 128, можно. К этому возвращаться, на это ориентироваться, но это всего лишь способность вашего мозга достраивать информацию до исходной. Если вы слышите правильный сигнал, неправильный, ваш мозг, в конце концов, их сделает одинаковыми. Только благодаря вашей голове. Ну, вот такие ответы на вопрос. Всем спасибо, всем пока-пока.